находимся в компании «Сибжилстрой». Компания также является участником строительно-индустриального кластера. Компании, которые присоединяются в строительно-индустриальный кластер, мы помогаем оформлять программы федеральной поддержки для развития и модернизации производства. И также мы помогаем, чтобы компании имели возможность воспользоваться региональными формами поддержки для развития бизнеса. И самая главная задача, которая стоит перед кластером, это познакомить тюменские компании, застройщиков, проектировщиков, архитекторов с возможностями, которые есть у компании «Сибжилстрой». Ну и вообще цель, задача кластера – это такая коллаборация внутри кластера, чтобы наши застройщики могли изучить и ознакомиться со всем спектром тех строительных материалов, которые сегодня выпускаются в нашем регионе.